1000 рублей стоит в российских. Бля, какая-то подборка ебаная, сейчас я поменяю. Работаешь, чтобы заработать на Т4? Вообще да, кстати, нормальная тема. Давайте рыбку поставлю сейчас. Never go kill, да это мягко вы где? Можно, пожалуйста, присмотреть меня? Спасибо большое всем, кто это сделает. Суманите, пожалуйста. За что ты дал на глору 600 ГП? А, за Златокин? А, он к ВКшке еще четвертый возьмет. Вообще нормально. Да. Так, ну все тут, давайте фул ребаф, рыбка там где-то стоит, вот возле деревца одного из. Дживс тоже кому нужен, забирайте, чинитесь. Давайте быстренько занесем. Спать что-то хочется. Давай, хорошо. Секси готов? Давайте, я запускаю. Секси не совсем готов, но ничего страшного. Добро пожаловать, герой. Кулак под... У нас минута до пола. Запустил. А что у нас аура коня? Нормальная аура. Ну, бегаем быстрее, нормально. Кулак под рулем. Идите, на коней побежали. Так, танчим в центре, также танчит стант у нас и Сэндоми. Давайте, стант, ты начнешь. Кулак под рулем. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. И помогом. Че еще? Из самых глубоких и темных пещер... Исполин, слушай, ты не хочешь это, в ВВКшку на варе ходить? Не, не особо. Тогда ладно. 2-1. В центр его видите? Там, там лужа, лужа, огонь, великий. Гаси. Не расслабляйтесь от того, что у вас 4 хила, точнее 5. Смотрите под ноги. Потом вар третий перст, то смысл не ходить. Понимаю, понимаю. Бомбочки, смотрите. О, дон. А, это цирк, сори. Может, Снобальда собьете слог? Может быть. Я что-то там стоял и весь бой пробный стоял. А ты можешь прям в босса встать? Сейчас тоже скорит. Или нет?
давайте по снобельному, собирайте чебочек сразу. Стойте на месте. Я по змеям, чё? А по змеям, блин, бери первую, синдоми вторую. Раздут ли эту? Продамажили чуть-чуть. Все, геров свичнулись. Черепочек играем. Блять. Да я там уже. Ты идеальный. Слакает. Ой, закинь миллизону там этот ужу. На путь вам. Что сыграл? А, не, нормально. Кубов развернись. Звезда идет. Смотрите, куда. Далеко сосу. Ух ты, ну ты и сосалка, конечно. Черепочек соберите. Сначала здесь стоим, потом отводи только. Я притворился. Там у нас кто-то замерз. Лос. Это ДКшка. Угу. Ну, замерз, чего уж поделать. Вы уже смотрите только внимательно. У этой рейндж большой, по-моему. Нет, у красный большой. Огонь, сокру. Мелизона. РДД, добивайте, милики пошли в звездочку. РДД, рейндж. Смотрим, куда полетело все. Пиздец, вы уже встали. Да сейчас. Он сейчас выйдет. Подбегаешь-то, а? Из-под лица там идите. Верни просто ее в стенку. Отверни в стенку, конечно. Еще в стенку отверни. Следующий профы делаю на шамана. Забери. Лужи нету? Лужи нету. Интересно. Согласен, попадает как-то быстро. А, под щиты альянса встали между воротами и первым. Где, короче, первый щит? Агро? Да, мы сейчас уберем, куда он полетит, все. Не забудьте. Ой, закрою. А кто в танчит в центре? Не танчите его никогда в центре. Видите, как весь рейд дует. Кубоп. Шо? Тотемы убирали все. Митя. Косячник. Это, по-моему, бесы. Да нет, уже убирать надо. В стенку поверни его, поставь в стенку. У нас рейд должен делиться на две части. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Типа не танчи его в центре, он дует пол карты. Тотемы сразу убираем сейчас. По крему смотрим. Хуй, пизда. Труп, давай.
Да, прикольно. Сачка. Тотем убрали? Последний момент. Ничего, я еще ловушку под него успел поставить. Ну, ты профессионал, конечно. Это же было бы смешно, если бы он врезался в ловушку. Нет, я проверял это раньше, он так не делает. Ой, вагон. Вот его убрали. А он это показывает, на кого он дышит? Это тролль, черепочек. Цель выбирает. Черепочек, да. Не важно, что ты его поворачиваешь. Вот собачка. Кто захотел, туда и думал. Кто там у нас Афлек? Нету таких. В смысле нет? Я видел, там арба пролетела хилище. А, это Кубобич. Ай-яй-яй. Кто собачку не контролит, а? Да я, смотри, ДПС даю. Тебе просто повезло. Да это скилл был. У меня расстояние. Ботинки. А в смысле? Я умер просто. Ну что? Спасибо. Ботиночки нужны тебе? А, Гарик? Нет, окей. А Войдо? Тоже хороший вопрос. Так, плачка, боешка. Запястье. Секси, держи. Yes, секси нормально, теперь ГП больше, чем ЮП. Ноль ноль девять. А что, я один, что ли, умер? Угу. Ну ладно, я тогда сам свою трубку поднял. Очень долго ждать, пока закончится эта песня. Поэтому я врубаю. Давай, ногу. Просто меняй, да и все, конечно. А плащик там что, нужен кому? Это... Плащик боешка, да. Плащиком заполняем ГБшки. Что такое боешка? А, не персональный. Ой, персональный при надевании. Продать можно, короче. Дайте пинкать на мелкую, ну а что так долго идем? Погнали, 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 погнали. А чё мы это стали здесь с этой стороны? А, всё, господи. Ну, всё правильно стоим, у меня 40 секунд. Конь троянский. Тус, это моё, уйдите, руки убрали быстро. А чё там лежит? Чё там лежит? Ничего не какого лежит. Хера? А ну тыкни его быстрее, быстрее протыкай его. И чё лежит? Протыкай его, Дон. Блин, что за говно? Всё не сменилось. Понятно, мразь какая-то, блядь. На стан-то напуливаю. 8 секунд. Можете пить репот. Да. Что, помогать мальчикам это? Пуржить? Ну, двое, в принципе, должны справиться. Хорошо. Что это за дискриминация? А, в смысле, там у нас еще и девочка? Давайте. Портал бей. Да, я тоже хотел сказать. Портал. Его нельзя здесь пить. Можешь пальцем по монитору затыкать его. О, пидорас. Где проти? А ты же глыбой мог скинуть. Нету Т4. Не выходит гулять. На вагон ты просто, это все. Типа, ну серьезно, сколько тут это? Мы деремся уже. Год. Ну, год примерно, согласен. То, что так как чувствуется. Ушли. Дайте ауру огня мне. Главхил? Профессионал. Вот,
Сейчас будет гольма. Готовимся сейчас геру давать. Внимание, зачем это использовать? Еще не давайте геру рано. В смысле не давайте? Давайте. Еще, блядь, откат. А, это я убил, понятно. Да. Вагон, понятно, все. Играйте, блять, по мобам сыграли, милики, блять, все нахуй сыграли по мобам. Хули вы после туннелите? Пошел нано просто. Я по тотему нано поставь. ГГ-7 по гимна хп. Ой, на ману гимн. Там ушел. Зорки. Алмерия, сбрось. Смешно, зомби забери. А, у Акрима дай постам ТБР. Уже скинул. А, сразу понял. Забав дайте по нему каску. Пристав. Огонь. Играем. Вообще ауру огня, ауру огня поставьте вообще. Отбегите. Паладины. Ауру огня поставьте. Стоит. А это стоит уже давно, с самого начала боя, я же говорю, что. Дон, ты бы мне ассист дал, играйте по этим по големам, да? Есть ассист. Тут какой-то нет, его у тебя был он. Не было. Забанить можно добить. Да, 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 он не так банил. Ладно. Волки знают, что делать. Рейд, похопнить, мастера ур дайте, бейте каст. Маны нет. Маны нет, а у нас нет больше престов. Лакриму. Все, хорош. Лэр уже дал. Мастера ур дайте тогда. Клешня из рейда выбегал, что? Или кошем скинул? Вау! К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. О. Подлые собаки Алия. Там лавти тафти, ну да. Короче. Лафи буду тебя называть. Лафи, да. Запястья нужны? Да, Шимон. Там кольчушка на хила прикольная. Угу, про них и говорил. Держи. Конечно, ну давай. Вообще-то мусорка, но я думаю, у него хуже. А как она так сразу мне упала? Типа, можно тогда? Давайте еще, наверное, вот это тоже. С профой там, ну, на изучение. А если проф он от меня не считается, да? Ну, он войду, а там. Тотем вы убираете, от входа отходите, в правую сторону перешли. Почти альянса. Запускаю босса. Void. Void don't. Да, мы далеко. Да мне плевать. Ой, ну все, все. Авторитет. Ладно, включил тут. Давайте рыбку поставил, кому надо покушать. Ой, это ж спекаться надо в ММА. Не щадите никого, герои Орды! Локтарогар! Слава Альянсу! Че еще Кригу втором люди падают? Я ливну в окно тогда просто.
А, ничего не буду. Ты открой пока. А ты в частом доме живешь, ты так улюбил. В огород, блядь, прыгнешь, блядь, и все. Я не в частом доме живу. Ты ошибся. Так, что тут? Ну, Энг, привет, ДКшка, Вар. Кто у нас станет? Давай ты. А, наверное, знаешь, что тоже еще можно сделать? Посмотрю. Дайте ГБ кто-нибудь. Да, ГБ. Блин, держи. С правой стороны обходишь, с тобой идет порошочек. С этим щиточком. С тебя на тебя мобы пойдут. А у нас ВОЗ будет грипать черепочек. Наверное, засни во мне щит. У нас что? Засни мой щит. Где открытие? Так, Кубоп, на тебе друид. Больше никто, пожалуйста, друида не трогайте. Кубоп его не должен выпустить из контроля вообще. Пристал у нас контролит зоркий. Пусть у него будет что-то. Звездочка пусть будет. Пусть будет звездочка. И по Холи Пау посбиваешь навер косты. Он кастует много, его контролить сложно. Угу. Ну, возьмите с ворота, давайте попробуем. Дай это мягко, твой маг. Тенка, твой ок. В принципе, все. Все зашли вот в ворота туда далеко-далеко. Окей. Вот она звездочка. Мастер Аур, подготовьте на прото и вот там немчики все лопнул. Исполин, ты с правой стороны. Вжимайтесь в ворота прям, вжимайтесь все. И порошочек с тобой. И там милишники все с той стороны. Кубаб. ДКшку Вар оставишь на себе, вообще классно. Если еще и шамана, то прям молодец. Все за звездочку зашли. Тенка, давай ты тоже к нам. Лос, твой гриб. Что-то запоминание не работает. Все готовы? Давайте ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Стой, пусть он сначала спулит. Блин. Я отойди назад. Все, забирай его, забирай ханта. И беги с ним, беги, все, уходи назад, не надо ничего, просто беги. Прохильте его, прожмись. Прожмись. Без зыбко. Еще да. к нам. Да, блядь, не спиной, просто подойди до нас. Может, не выходи. Повернуться, да, добежать. Это с одним ДКшником тяжело. Слушайте, ну маг у нас, давайте в мага сыграем просто и все. Следующий гриб откатится, гребнешь ханта сюда. Да вон там лок лучше. Пять. Вот лок слева, слышишь? Давай, лок. Давайте лок, да. Не, порошочек умер там, пиздец. Ну какой нет этот, ребят. Стан, прожмись. На гараже попробуй БРД идти на него дать. Нечем прожиматься. Дай ему стан всем. Там Гавхил сейчас тоже умрет. Ну да. С одним. Ой. Ну если вы хотите на фулках в хэме, то. Двух танков управлять, 2 кило. Там один вар можно получить. 25 хм? Да. Не знаю. По оку играем. По наглой роже залей фейнер паладина. Дом череп подтягиваю. А, череп. Не. Да, череп гриппой, в череп играем. Наверх, тебя фул диспел таргет моментально. Много задач у меня. Отроки аккуратно, кто-то там его прокатите. За кем он бегает? Кубоп за тобой, да? Нет, слушай, у меня же есть бронепод. Все, бегает за другим. Thank you.
Невер. Да что? Я, ну, блядь, из каст сбиваю этот. Наглый рожь поднимите. Есть гим какой-то или тотем еще? Костник тегим на ману. Добили? Ой, Ханта добили, в крестик сейчас будем играть. Нашли глазами его. 400к. Нейвер, да ходки, блядь... ходки. Слушай, ну типа избивать косты и этот, типа, сложно. Крестик нашли, в крестик играем. На кого там все пошли? Наглая рожа в мишке пошел. Хорошо, молодец. Поднимите его. Все уже. Вара, законтрольте. Дал ему жабу пока. Дайте ему корни. Сейчас по откату, дайте Геру. 2 секунды, 1 секунда. Масфир, дайте, кто там у нас. Да, у нас некому дать. Дима, есть время пойти поднять? Ногу рожу. Не, главхила лучше, наверное. Расмус, включив Роспрезенс и выкрепай с рейдом или либо ТКшку, либо Лара и таунтом пойди дальше. Охеряйте мобов, не знаю. У нас маг в мелизоне, кстати. Следующий кто? А, давайте в маг искраем. Печенька. Масфера, а, лос, да, действительно. Возьми за гриппой вара. Вара ДКшку. Да, вар не страшно, лучше ДКшку. Вара и акулы по нему поспаем постоянно. Ребят, кого брать? ДКшку. Вот черепочек, все, води черепочек от нас. И на вара оковы накидывай, чтобы он не добегал до тебя. Все, и кайте. А так, короче, ВВК надо делать, когда срываются мелики в рейды, кашки из рейда пиздят в распрезанс хуярил и выгрипывают. Таунт не работает, там только грипп. Ну без разницы, грипп и эти, блять, оковы. Мелики они не будут бегать, не будут практически стоять и кайтиться нормально будет. Ну то есть это на ту ситуацию, когда падает танк, мелики пиздуют рейд. Давайте ВНХ сыграем. Не через центр води, води вот его по этой по деревянной дорожке, чтобы он, блядь, не сорвался. Просто лучше его в самую дальнюю точку уведи и там стой. Да не, не обязательно стоять, он может бегать, чтобы он его не бил. Он под этими подоколами, блядь, вообще не добегает. Сейчас отворачивайся обратно. Не, вот как бы там он там аккуратненько душил. Невер, педаль на пуш нажми. Я в фире, он к вам пошел, сейчас заберу. Он в трапе. Я знаю, поставил вот туда. Его кто-то бьет. Кто еще остался? Давайте ДКшку. Сейчас там циклон, 1 секунда.
не трогайте деревца, которые немного неправильно делаете. О, это ты это порчи всех дотаешь? Ну, уже да. Ладно. Что тут уже нечего бить? У меня автоматически 4 дотает. Жертвенный огонь на все папа. Давайте звездочку сыграем, ну, черепочку уже. Естественно, убежал. Там варчик идет. Собаку берите. Да, не она в трапа не бьет. Сирус, может быть, все. Один лок с сообразительной собакой. Ты что, нафлик? 18 диспелл. Я как бы демон, но я с собакой. Ой, я себе такой мощный. Да, где ты это видишь? Давайте уже паладина. Давайте паладина. Давайте играем. Details. На рассеивание. Там на автокосте стоят, на самом деле. Ну конечно, конечно. Но это очень полезно. Не совсем на автокосте, он иногда бывало, ну то есть кидался на другую цель. Я ж маги контролил. Дерево законтролите лучше сейчас. Снимите бабу, у нас есть смазы спел прист. Попробуй переключи на анхоли полезность, когда будет ситуация. Извини, ты мне? Да. Так, не, вот я нормально там. Там кто-то что-то пьет, петардами стреляет. Не, ну блять, смотри, короче, когда он начинает это дело, блять. Блять, у тебя нету гриппа, например. Ты, ну, свечешь, короче, на отхоле приносишь, чтобы брони, и хп-шки было меньше. Больше шансов, чтобы вернуться. Да не, слушай, тут откатывается нормально. Ну, это так, так. Ребята забьют. Это так, для ИВК, потому что талант не работает. Вот такая вот хуйня. Ну тебя дом тебе правильно показывает. По прерываниям. Ну все, вара заливает. Да, хорош, будет у меня вообще машина. А он у тебя бил тот таргет, который мы бьем, да, типа? Нет, он типа на кого я накидываю в первую очередь доты, он ну сначала туда, но я его вручную отправлял на номер. Я просто мой постоянно что-то диспелил, что-то нихуя не продиспелил. А он, ну, я вроде поставил автокаст, но я потом иногда вручную Ctrl-1 нажимал и смотрю, опа, блядь, диспел. Всё, я нажимал. Ой. Какая хута упала. Хотя...
Не, ну вот если плащик вместо меткости давал крит... Секси, кстати, а кто у нас, блядь, каждый раз сферочки забирает? Давайте сейчас выясним. Это автолут был первый раз. Да, я знаю, это просто я поставил так, что... Когда в там же написано зеленым вон в чате. А плащик нужен? Что надо сделать? Говоришь, сделать? Надо посмотреть в чатик, не пускать пока. Надо запускать босса. Какой чатик? Сейчас я найду. Бля, мы с ДБМ все засрал. Да вон секси написано. Или ты из других боссов имеешь в виду? Ну, с других боссов, естественно, потому что у меня их ноль. Бля, народ, сорян, надо свалить мне. Это он забрал сферы, это он забрал. Так секси сказал, что он забрал. Кто говорил, кто сейчас свалить говорил, это он забрал. Прибавьте магу, пожалуйста. Что ты думаешь, он свалить решил? Хороший босс, вообще не вижу сферы. Чатя. Да есть видео, блядь. Да господи, вы что троите, да? Опа, снова, ну ладно. Потом же крафтится. Так, ладно, давайте поезд, кто там стан забирает. Забираем. А по плащику чего? Кому плащик? Ну я бы вот себе нахила на лафе забрал. О, нет, ты чё? Я тебе его не отдам, нахила. Покажи, у тебя, чё у тебя за плащ нахиле? Да, это в любом случае боешка. Вот, ты... точно, все, там боешка. И у тебя не шибко хуже, я тебе скажу так. Да. Угу. У тебя метка. Удачи вам, товарищ. Все, давай, пока. Дайте крестик помогу. Спасибо. Дайте третьего. Алафи, тотему убери. Крестик помогал рыбки. Да. У кого третья аура из паладина? Кулак под рулем. Все взяли черную, пошли. Дайте третью ауру, пожалуйста. Стан, ты держишь белую. Синдоми держит красную. О, черную. А чё с Гудликом? Кулак поваром дайте. Крест друидом можно? Спасибо. Магом тоже. Спасибо. Кто на сферу ловит? Я буду ловить. Кто у нас там троит? Гудликов, кто? Чипс, не знаю, что Гудликов. Паладин, а сейчас бафы чирить. Слушай, чё Гудлик, это чё за херня? Пять, четыре, три, два, один. Блять, метка не поставилась. Лагает-то. Угу. Смерть тоже сильно. Сильно. Ну, зорки сбросишь там, да? Сбросишь. Угу. Ровно, блядь, лагает. Так же играем.
сильно сильный. Сильно это порошочек меня поднял. Да и... Слабый-слабый вэфхил. Это не бэр. Бэрдон-то. Угу. Поднимите. Я бэр уже дал. Забав эти донта. Поменяли сайт. Белый все взяли. Играем ромбер. Больше ДПС. Сбил нормально. Переводи. Если есть Синер, я был бы не против. Я говорю, что кинет фальбом. Кому? Маршачку. Так же стоим. Донт, поменяй цвет, пойди. Карась, ну это ГПшечка. Чего? За что? Ну, типа, а чё ты цвет не взял? Что не взял? Как тебя убило? А я... У меня свет отключили. А, ну ладно. Просто вот мне сейчас вырубили, врубили обратно свет. Я запускал. Не фуди. Темную взяли. И играем по звездочке. Переводить надо? Да, переводить. Вася, так, свет забыл сменить. Да? Темные же сказали, брат, нет? Ну, а ты со светлой стоишь, да? Как со светлой? Ну, так. Поменяйте. А у меня для света играю по черной. Я выиграю в черной играть. Нормально побили, ручит. Сейчас обратно меня. Сбить каст. Вроде тыкал. Опа! Прыга? Да! Две, блядь. Ебать, прыга. Прыга вместо, ну, типа на кольца, который надевается. В боссах, конечно, выглядит ужасно. Да, у Альянса в ВКшке очень много оружия выглядит вот так вот примерно. Так давно? Да, да. Ну, какая вот фракция, это... такой шмот. Скажешь, когда там будет последняя шмотка, я нравлюсь. Да, сейчас. Да, запускай. Против Альянса не выстоять даже самым сильным прислужником... Карась, чё там? Я захожу. Хорошо. Так, ладно, отойду пока что. А дайте нож этому Роге. Да, он тебе не даст нож.
Себе заберет. Да. Ну ладно. Конечно. Я тоже пойду отойду. Через час вернусь. А вы запустили? Да. Если не запустили, то не запустили. Потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Все здесь. Don't run to D. Карась. Захожу. А кинжал-то можно? Don't-то еще нет. Нельзя. А, ты не don't? Да не. Я don't. Я просто ничего не даю никому. Донт, куряга, сюда иди. Донт. ФКшит. Алмерия, клешни. Неверсторм, а подскажи, у тебя по МП5 что там? Какая цель? Вообще не надо МП5 тюрему. МП3 надо. Смотри, если тебе по хилу прям вопросики какие-то есть, вот главхил, на него метка вот луна, вот его прям можешь по вопросикам подушить. Это главный специалист Сируса по хилам. Главный специалист Сируса это Абдулай. Ну тот по дамагу, он расскажет кто и где и как дамажит. Мастер сплетен. Рыбку поставил? Да, и клешни нож он ролил, а ты его душишь. Он душит Донта, пока Дот на ФК. Понимаешь, что у меня ходовочка. Двойное душилово. Стант ты на боссе, стендоми ты на трэше, черепочек стант ты на себя забираешь, мы с черепочек свечимся, второго мы кливаем. Я на меточках буду. О, первый его грипнешь под себя. О, шарики летающие, имею в виду. Остальное чужом. А какой это грипнинг, который вот перед боссом будет? Ну, который, да, сверху босса появится. Два будет, один слева, один справа. Любой вот сюда вот крепишь. Все, понял, есть.
А, приз, ты тут? Колик. Все, отлично, все здесь. По ханту можно кулачок ребафнуть? И инты не вижу. Спасибо. А можно друида пробафать, пожалуйста, паладинскими? Спасибо. И крестик, и крестик. Дайте ему рэперский крест. МП5 по престам дайте тоже. Кого еще чего не хватает, напишите. Крестика нет на друиде. Спасибо. Давайте, пока припев сейчас будет. Чтобы бурсануть. Давайте быстрее. ДБМ поставил. Чтобы попасть в ритм. 3, 2, 1. Одна секунда. Гриб, гриб, где гриб? Блять, не босс же гриб. Блять, помянем. Я промазался там. Понимаю. Черепочек сливаем. Ну, по мобу кливаем, по боссу бьем. А, что ты делаешь? Зачем ты его туда отходишь? Моба добили быстренько? Там новые пошли. Я вопрос убили, зачем? Репочек на себя заберешь? На пул дал. Черепочек больше танков. Стан влепите. Моба добейте. Стан просто дайте ему. Дайте боб мне. Я дам. Все, давайте я верну стул уже. Идите к реке. Я дам мне все стул. А меня это не было. Угу. Ой, пизда. Я дам, беги. Просто беги вперед. Возле лужи, возле лужи, нормально. Мне заходи. Дай, кидай. Нет. Да. Вот сейчас заходи в лужу, ну, как там, 2 секунды. А кто нас, блядь, сбивает? Что такое? Не надо. Вот тут сбоку. Он разбивается сзади, блин, на платформе. Я сейчас убью. Все, ставь. Угу. С мобами под босса зашли. Черепочек на себя заберешь, в синдоме другого. Стан. Стенка раскол на армии. Черепочек заберешь? Забери. Отходите от. Отбежали, отбежали. Ко льду пошли. Моба добиваем, да. У меня нет боб. Я дам боб. Не, все, не надо, не там стоит. Отходите в другую сторону. Вот здесь будете давать уже. Внимательно, на ком. Заходить на лужу, нет? Да, ты криво стоишь. Какая хер разница?
разбил справа. Здесь боб нужно отдать будет. Кто там? Ну чего делать, ребят? Ну. У меня нет. Что, есть? Есть что? У меня нет. Не, заходи выше, ну заходи. К реке все отходите, остальные. Тут раскайте на. Просто разливайте все эти уши. Боб есть? Не, нет. Он сейчас вылезет. Заходи. А, все. Так, ближайшая. У нас такого есть, Шткар, это твои звездопады? И черепочек соберите. Давай ребаф, а. Вообще нет. Повару дайте ребаф и стану в черепочек. Это какое взрывание? Третье. Блять, надо переводить. Да. Баф на стамину, Вару. По боссу больше играем, значит. Давайте. Гер можно сдать, нет? Опасно. Да, нас... Хотя да, давайте, у нас куча хилов, давайте попробуем Геру. Потом соберем. Сыграем. Я забрал одного, поставил. Синдоми, забери того, который под босса. А, Лолс, дай бомжей. Босс играем просто. Чё-то нет для босса. Вообще пизда. Пизда. Ладно, пробуем так. Сам дома беги, я тебе... А, нет. Лакрима, я дам боб. Стан, дайте мобу. Наконец. Лина стояла. Я дам. Да. Я бегу до конца до стены. На пути не стойте. Алмерию поднимите по хп. Отбегайте. Шляпа пепси. Беги к реке, там есть. Есть боб к нему? Должен быть. Он еще вылезет. Мой-то, да? Все, стой. Там есть боб, отлично. Все, супер. Ну, заходи. Босс играем. Смываем под босса. Берешь черепочек? Да. Переводим босса и все моба. Черепочку стан дайте. В мили-зону все подойдите, РДД. Доигрываем. Все, черепочек. Сдайте стан, забери. Забрал в Д3. Бернить его. Стан, дайте мастан, паладина. Стан. Почему она? Не захиливается так сильно. БР есть у кого-то? У Кару есть. Понаглый. Высоко держите. Кару понаглый рожи дай. И рожи еще нам на там же здесь-то нету, ребята. Я поставлю. Воткнул. Меньше хил. Да, рейд ниже держите, просто мне это прохиливайте. Как скин БР. Дали БР. Лафетафи, дай БР. Ой. 20 секунд.
Дайберс, да, мы вроде бы проходим. Да блять, вы на фул держите. Геру, Лафи Тафи, дай Геру. Да на фул держат где-то. Только метки. Все нормально. Рейд не ниже хил. ШВС еще готовь. Нажми сейчас уже, Берса сейчас будет. Секси Тролль готовься, бабл и таунс, что делать? Рангат, а ты таунс... Рейд, блядь, ниже, рейд, держите стоп на 20-30%. Стопнули хил, бьете босса. Да стопнули хил, блядь. Столько про хила. Слишком много. На 25-ку так не пройдем, вообще никогда. О, блин, какие бакинки! Так, ну что, давайте запястье по порядку, все. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования будут допущены лишь самые сильные. Мы на дракониху пойдем или можно овцу? Нет. Нет, все да. Так, моя десяточка, остаемся. Рез дам сейчас, да. Масс рез даю. Коню не идем, значит, да? Не. Все, нафиг коню, дай. А, масс рез не дам, не хочу его искать. А, нашел, все. Ну все тогда. Там твою десяточку не нужен, Лок? Нет. У нас вроде бы есть. Должен быть, по крайней мере. А, ну карту. Дон. Трич должен быть. ЕП начислишь, можно выходить уже или. Ну, вы можете офнуться из игры, вам да. Типа сервер ИП придет. И этому начисли.